Быстрая разработка приложений. Этой темой был посвящен открытый региональный урок цифры. Сегодня он прошел в первом лицее. С учащимися встретились представители департаментов образования и цифрового развития Владимирской области. К основной площадке виртуально подключились школы со всего региона. На новом уроке цифры ребята узнали, как легко, качественно и в то же время быстро разрабатывать прикладные программные продукты. В теме разбиралась Елена Петрова. Что такое цифровые приложения и где они применяются? Как выглядит информатизация и цифровизация бизнеса? Почему сейчас интенсивно развиваются направления лоу-код и но-код? На открытый региональный урок ученики 8-11 классов первого лицея пришли хорошо подготовленными. Можно заниматься не чисто программированием, но программирование проникает во все сферы деятельности сейчас. Вплоть от образования, и там до медицины, и до культуры, и, ну, в общем, во всех сферах. О тонкостях быстрой разработки приложений в доступной форме школьники узнали из видеоролика и закрепили знания на интерактивном тренажере. Он предлагал разработать приложение на заказ в одной из 10 отраслей деятельности человека. Кстати, урок проекта доступен всем на сайте урокцифры.рф. А в этом году это уже 4-й урок. Сегодняшний урок посвящен разработке приложений. В нашей жизни приложения играют колоссальное значение. Ну вот, например, в образовании самым интересным и таким серьезным приложением является электронный дневник. И в ходе этого урока ребята научатся эти приложения конструировать и собирать как конструктор. Это будет первый шаг в их очень интересных будущих разработках. По ту сторону экрана школьники Владимирской области, представители вузов, кванториума города Владимира и, конечно, руководители и специалисты технологических компаний в сфере IT-технологий. На многие вопросы школьников отвечали удаленные спикеры. В аудитории представители вузов и IT-компаний старались донести до ребят как можно больше полезной информации. Для детей, конечно, это возможность встретиться с экспертами, задать вопросы разработчикам разных приложений, технологий, посмотреть, как вообще, какие возможности для наших школьников в будущем в плане IT-разработчиков. И, конечно, ну, заинтересованность детей видна, и я думаю, что это и хороший способ профориентации наших детей в выборе дальнейшей своей профессии. Проводить урок цифры совместно со специалистами региона в области информационных технологий стало хорошей традицией для нашего региона. Урок ориентирован на то, чтобы ребят заинтересовать. Ну и дальше надеемся, что они вырастут хорошими IT-специалистами, в том числе на мурманских предприятиях работают, на предприятиях областных. Сейчас нету профессий, которые не связаны с цифровыми технологиями. Сейчас любая отрасль, она связана с цифрой. Поэтому знания, даже если человек не вырастет программистом, эти знания, они ему всегда пригодятся. В дополнение к уроку цифры по теме «Быстрая разработка приложений» самым смелым школьникам предложили попробовать себя в практическом решении задач уже не в игровой, а в реальной среде лоу-код. Елена Петрова, Илья Облетов, «Наши новости».